В больницу обратился молодой человек с травмой челюсти. Милиционеры стали выяснять обстоятельства. Пострадавший рассказал целую историю в стиле реальных пацанов. Шел по улице, незнакомые попросили закурить, а после стали бить. Следователи возбудили уголовное дело по статье хулиганства. Милиционеры стали искать банду. Но оказалось, что банда существовала исключительно в голове молодого человека. Компания молодых людей отмечала рождение дочери одного из друзей, в результате чего, естественно, молодые люди употребляли спиртное, и в результате чего между двумя друзьями, которые ранее были между собой знакомы, возник конфликт. В ходе данного конфликта наш потерпевший первым нанес два удара в область лица своему товарищу. В ответ его же товарищ нанес ему один удар кулаком в область челюсти. Оперативники говорят, молодому человеку не надо было врать, а просто рассказать правду. Тогда бы конфликт не вышел за рамки компании друзей. Сейчас же решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту ложного доноса. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».